Приветствую вас. Сегодня я вам предлагаю посмотреть мод для City Car Driving. Это Lexus 450D, модель 2017 года. Автоматическая коробка передач, но при выборе модели был выбор автомат или не автомат. 272 2 лошадиных силы, 8,6 секунд до 100, 210 км в час максималка. Также можно менять цвет, и нормально она отображается в выборе машин. Вот так вот она выглядит. Сзади тоже ничего. Довольно-таки прикольненькая моделька. Так, поменяю вид. Вот вид сзади. И вот так выглядит салон. Достаточно приятный салон. Есть элементы дерева. Кожа такая приятного цвета. Все очень классно. И бортовой довольно-таки большой. Давайте посмотрим, что у нас при включении происходит. Вот так вот происходит включение. Бортовой мы видим, показывает там всякие. Ну, это стандарт, там ничего не будет меняться. Приборка тоже неплоха, но вот эти стрелки мерцают. Это, конечно, ну, это проблема, скорее всего, ну, самой игры. Давайте погазуем немножко. Окей, сигнал. Резкий звук, конечно. Так, парковочный, парковочный, парковочный. Так, окей, давайте включим дождик, посмотрим. Night. Ну, кстати, night тоже надо. Day, night. Заодно будем смотреть, что у нас по. Так. Включили дождик, и отлично стирается все. Все окей здесь. Естественно, тут как бы все по стандарту. Ну, что хочется сказать про мод, достаточно неплохо, красиво выглядит салон, согласитесь. И также мне понравилось его и внешка. Внешка тоже достаточно неплохая, красиво выглядит, так мощненько. Вид сзади, так вот сверху он выглядит, у него даже люк есть. Кстати, люк с салона видно или нет? Сейчас мы в салон переведемся. Да, есть люк, и на нем даже есть капли. Ну, все нормально. И красивая очень приборка. Такие приятные цвета. Прикольненький мод. Мне понравился. Буду на нем ездить. Спасибо за внимание. Пока.